Компания Brainin предлагает простую в установке модульную систему для умного дома. Розетки, датчики, выключатели, пульт ЭДУ работают без проводов на радиочастоте и управляются в радиусе десятков метров, даже без прямой видимости. Розетка позволяет коммутировать нагрузку впечатляющей мощности – до 3,6 кВт. Давайте обучим ее управлению от самого простого двухкнопочного пульта ЭДУ. Удерживаем кнопку на розетке приблизительно 3 секунды. Мигание индикатора означает переход в режим обучения. После нажатия кнопки пульта обучение состоялось. Для включения электроприбора нажимаем верхнюю кнопку, для отключения – нижнюю. В комплекте идет два пульта ЭДУ – черный и белый, с креплением, например, на связку ключей. Есть розетка и для улицы, с защитой от грязи и брызг воды. Она также рассчитана на 3,6 кВт. В случае перегрузки сработает внутренний предохранитель. Наиболее интересный пульт ЭДУ – с экранчиком и с возможностью программировать по времени и по температуре. Здесь 4 группы по 4 канала. Для удобства есть кнопки включения или отключения сразу всех устройств. Датчики движения для улицы и дома позволяют автоматически включать освещение в темное время суток. В комплекте идут две шторки, которые регулируют зону срабатывания. Датчик разбирается без отвертки. Внутри две батарейки 3А. Есть регулировки по времени суток и продолжительности освещения. Крепление датчиков для дома возможно на двухсторонний скотч или на шурупы. Датчик для улицы устанавливается на заранее подготовленный шарнирный крепеж. Три варианта расцветки датчиков позволяют выбрать наиболее подходящий под интерьер помещения. Для выключателей также предусмотрено три варианта цветового оформления. Сами выключатели совершенно одинаковые, две клавиши для двух групп осветителей. Огромное преимущество беспроводных выключателей в том, что установка не занимает время, не требует специальных электроинструментов и квалификации, а при переезде можно все забрать с собой. Встраиваемый выключатель служит для установки на место существующего в стандартную корзину. Он позволяет коммутировать нагрузку 300 Вт, как клавишей выключателя, так и с пульта ЭДУ. Переходник для стандартного патрона Е27 позволяет управлять напрямую каждой отдельной лампочкой. Существуют варианты с диммером и без него. Для управления яркостью годятся стандартные лампы накаливания и специальные модели энергосберегающих ламп. Включение и выключение происходит как обычно. Яркость управляется следующим образом. Повторное нажатие кнопки включения запускает по кругу цикл плавного изменения света от полного отсутствия до максимума. В нужный момент достаточно еще раз нажать кнопку включения для фиксации диммера. Благодаря простоте в установке и модульности системы Brainin, варианты ее применения ограничены лишь фантазией пользователя. Немаловажный плюс – доступная цена и возможность раздельной покупки каждого устройства.